Всем привет, ребят. Мы сегодня начинаем проходить Fatal Frame. Это у нас игра на минуточку 2001 года выпуска. Классика PlayStation 2. Трилогия выходила на PS2. И потом четвертая часть выходила на Nintendo Wii. Пятая часть выходила на Nintendo Wii U. И потом год назад, по-моему, был порт на ПК. С учетом 20-летия серии. Вот, значит, начнем мы с первой части. Будем ходить и фотографировать призраков. В принципе, первая часть, ну, я ее проходил уже как-то давно. Тут, ну, созрел, короче, как раз для канала пройти. Игра прикольная, но первая часть самая, ну, я считаю, что первая часть самая сложная, потому что призраки будут вылетать с разных сторон, под разными углами, и нужно быстренько на геймпаде взять и поймать их, так сказать, в объектив. Вот, будем играть на эмуляторе. Поехали. Игра старт. Это у нас. Я забыл включить субтитры, по-моему. Так, стой, подожди. Новая игра. Опсы. А это страшилка или нет? Да, это страшилка у нас. Вибрация, звук, сила. Ну, это, видимо, громкость звука, яркость. Понятно. Субтитры, короче говоря. Субтитры у нас не работают. Ладно. В общем, сюжет такой. Сейчас он проговорит. Began to see things other people can't see. Дзынь, вот такой звук мы часто будем слышать. My big brother. He was so sweet. Мой, говорит, брат. Он был что-то вроде фольклориста. Собирал фольклорные разные истории и пришел в деревню. Ну и, собственно, с этой деревни он не вернулся. И сестра пошла искать его, в принципе. Вот и весь замут. 24 сентября, 86 год. So this is Himuro Mansion. Fatal Frame. Ну, то есть, короче говоря, фатальный снимок, дословно, если. My brother was in search of someone. Junsei Takamine. Жалко, субтитров нету. Может, потом появится, не знаю. Смотря какой перевод. Вот она повторяет то, что брат писал книгу, собирал фольклор, как бы, и наткнулся на такую деревню. Там, где проводились ритуалы, он пришел поинтересоваться, что же все-таки за ритуалы такие, почему вся деревня вымерла. Ну и вот, в принципе, больше он, ну и больше его никто не видел. Саспенса нагоняет. Жути. Химуро. Его, ну, ее брата звали Химуро. Все, поехали. Геймплей пошел. Ну-ка, блестяшечку соберем. Стой, я еще привыкаю к управлению. Коробка с пленкой лежит на полу. Лежи. Лежи на полу. Хорошо. Беседа 14. Я нашла пленку тип 14. Думаю, она подойдет к моей камере. Перевод, конечно, желает лучшего. Но ладно.
Управление, держа камеру, нажмите ТТТ, чтобы стать в позу. Стать в позу. И перейти в режим видоискателя. Чтобы сделать снимок. Та-та-та в режиме видоискателя. Ладно. В режиме поисковика можно управлять мнением игрока. Ну, то есть, наводить камеру, в общем. Учат управлению. Войти в обучение, выбрав обрывки под файлом меню. Да. То есть, они вот таким образом сказали, типа, то, что, ну, ты включаешь камеру и фотографируешься. Иди, как бы, вот и все. Дальше пошли. Вот, что это такое? Тут старая камера. Думаю, можно сделать снимок. Ага, это у нас запись. Блин, 8 мегабайт карта памяти, охренеть. Ну давай, сохраним игру. Пойдет. MR.to. Перевод из GTA. Да, возможно, перевод из GTA. Типа потрачено, охлади трахание и так далее. Сохранения тут будут нечастые, поэтому я буду пользоваться Quick Save, Quick Load. Потому что так попроще будет, чтобы 10 тысяч раз не переигрывать какие-то определенные сцены там. Танковое управление на минуточку. Оп. Зафоткали коридор человек. Зафоткали челика. Окей. Дальше. Дверь закрыта. Танковое управление, конечно. Да, блин. Я все не могу привыкнуть, то что треугольник это у нас основное меню. Ну, тут, видимо, под классический геймпад и японский. Четвертая часть даже перевода на Happy English не имела, потом ее пропатчили. После того, как у нас Nintendo выкупила... Так, я успею? Да, успел. Смотрящий вниз. Nintendo вернула свои права и... Поэтому четвертая часть у нас выходила только на Nintendo Wii. А где-то был, видимо, призрак, а я его не успел, походу, сфоткать. То есть у нас есть вот синий индикатор внизу, в правом углу. Этот синий индикатор, короче говоря, показывает то, что где-то что-то можно сфоткать. Он нашел записную книжку какого-то чувака. Щучьи руки подлетели. Это у нас показали Кирие. Кирие, по-моему, ее зовут. So говорит, мистер Такамина как-то что-то там вернулся, или пришел, или был тут. Что-то такое. Да, Кирие, вот эту тёлку в кимоно, которую показали, это у нас будет самый главный босс. Над ней проводили какой-то ритуал и типа до конца его не привели в действие. И что-то вот застряла она между мирами, типа того. Съемка призрака. Держите камеру, короче говоря,
Нажмите затвор кнопкой, чтобы атаковать призраков. Если цель внутри круга, накапливается сила мистическая. Чем больше сила камеры, тем сильнее будет поражен призрак. Но фишка в чем объясняет? То, что ты наводишь объектив на призрака, а вот, и надо немножко подождать, чтобы сделать вот этот фатал фрейм, как бы. То есть у тебя сила, чем дольше ты держишь на призраке объектив, тем сильнее треснешь по нему вот этой вот камерой обскюра. Вот, и все. То есть надо выждать определенный момент, чтобы треснуть хорошенько по призраку. Когда призрак появится в видоискателе и круг сияет, снимайте. Можете пораниться, если будете снимать в это время. Но скорее просто то, что ты наводишь объектив, призрак тебя треснет, если ты слишком... В общем, нужно поймать тайминг определенный. Долго, если не будешь фоткать призрака, он урон не получит. И ты получишь удар. Как бы, ну и все. Так. Ждем. Вот так вот. Ущерб 70. Вот по-быстрому сейчас я его нафоткаю. Пап. Не успел сфотографировать. Опять треснул у меня. Вот я о чем и говорил-то, что тут надо по-быстрому действовать в определенные секунды. Тихо. Ну и так пойдет. Добил. С горем пополам. Ну, это еще обучение, как бы тут даже проиграть ничего страшного не произойдет. Все, говорит, я поймал призрака в свою камеру. Эта камера обладает какой-то мистической силой, и она может ловить призраков. Ну, как ловушка, короче. Охотников за привидениями. Угу. Там внизу еще какой-то челик ходит. Но я его не успею сфоткать. Все, по идее, заходим давай. А вот где-то тут дверь была. Черный замок висит на двери. Угу. Значит, надо назад как-то. Или вниз спуститься. Пока не знаю. Давай-ка мы тут сохранимся. В ящиках сундука ничего нет. Ну, по идее, тут не все вещи подсвечиваются, с которыми можно взаимодействовать. Также еще будут головоломки определенные. Будем заниматься пиксель-хантингом. Искать не очень-то очевидные штуки. Лестница обвалилась. Возможно, она такая давно, ничего общего с Такамино. Кто такой Такамино, я не знаю. Ну ладно. Надо вниз спускаться. Вот где мужик ходил туда. Немножко поддостал этот шум. Уже. Ну. Сейчас скоро вернется цветная картинка. Нужно брательнику подохнуть немножко. Никого? Где-то вот тут геймпад начинает колбасить. Ладно. Скорее всего, часы надо сфоткать. Нет. Только что синим горело, а уже не горит. О, вот где-то тут. Наверх, вниз. Подожди, может быть за стенкой даже. Надо что-то сфоткать определенное. Но нужно, чтобы кружок синим загорелся.
Я пока не знаю. Ну, я вот сверху тут только что тут был. Хрен его знает, короче, что фоткать. Давай выйдем. Что-то не взаимодействие, ничего нету. Ладно. Бля, еще все, конечно. Александр Комендаров. Здравствуйте, товарищ. Как самочувствие? Здорово, здорово. Да, самочувствие нормально, что? Правда, глазки были с утра соловьиные. Ну, надо думать. Ну, вчера ящик пива немножко на двоих раздавили. Одна дверь открыта, но я уверен, что она была закрыта и недавно. Ага. Та дверь, которая была какая-то когда-то открыта, стала теперь закрыта. Была закрыта и стала открыта. Какая дверь-то? Походу, он имеет в виду то, что наверху дверь. Но это не точно. Больше шум напрягает. Ты его сейчас задавливаешь? Я его сейчас додавливаю. Ну вот, видишь, как черный замок висит на двери. Блять, а что они хотят-то от меня? Что-то надо сфоткать, чтобы что-то произошло. Вот, вот здесь горит синим этот, как его. Здесь стоят старые часы. Похоже, они давно стоят, покрыты паутиной. Ёбаный, почеши, чего вы хотите-то, блин? Чё-то надо сфоткать. Потому что меня из этой комнаты не выпустят. Так. Максимально свет у нас горит вот где-то в этом углу. Давай тут ловить. Нет. Сука, что вам надо вообще? Ну, книжки проход. Так можно. Упараться сраный. Ну что тебе надо-то? Делать-то чего? Проходил ее, блин, не знаю, года 4, по-моему, или 3 назад. Уже ни хрена не помню, что творит. Старые часы, да, паутины, бла-бла-бла. Ну-ка давай сюда зайдем. Старые книги о темных ритуалах. Они принадлежали живущему здесь человеку. Чувак, без понятия вообще. Ну давай вот это вот что, поюзаем. Одно большое, нихуя. Чё? Тут нет интересующих меня книг. Заебись. Дом кишит призраками, а он этот. Книжки пришел читать. Вот прям в углу вот это дело светится. И перестает тут же. Да, блядь. Меня выпустили, ура! Я посмотрю, может. А, подожди, подожди. Он что-то про дверь трещал. Чё? На двери есть табличка, возможно, здесь и была. Пойду в другую комнату.
Ясно. Короче, жопа, перевод жопа самокат кирпич, короче. Вот он пялит, блядь, постоянно. Катсцена. Не оборачивайся. Надо было бежать из этого особняка вообще. А так придется еще штаны стирать. 2 недели типа брата нету. И она пошла вот в это место, куда он. Ну, где он пропал. С английским у меня не особо, так что, ну, приблизительно историю знаю. О, наша тяночка. Мафуйо. Бодельник на Мафуйо, по-моему, а ее, блин, я не помню. Город Электросталь. Здорово, я за игра. Здорово, это Fatal Frame, все же написано. Fatal Frame, он уже про этот, как его, проект Zero. И для Ютуба это проект Zero. Но на этой, как его, на титульном экране написано Fatal Frame. А там никого. Призраки. Все. За решеткой нечто большое выглядит, словно человек, укрытый тканью. Город Электросталь. Стрешил какие-то. Да, это у нас хоррор. Для любителей фильмов «Заклятие», «Проклятие», «Звонок». Все по классике. Но это не очень, кстати, на человека похоже. Она говорит то, что тут как будто человек укрытый. Не знаю, по мне так кегля какая-то здоровая. Тихо. Повернуться надо. Привыкать придется к управлению, к этому танковому. Управление прям как этот, как он. Resident Evil примерно. Какая часть? Вот Вероника. Вот такой. Такое. Что-то лежит на полу. Пилюли из трав. Я взяла травяные лекарства. То есть это у нас хилки такие. Хиляться будем вот этими пилюльками. Сохраненочка. Тут старая камера, думаю, можно сделать снимок. Давай, запишем. Почему бы нет? Химуро вход. О, да. Переписать. Оп. Сохраняй. Не извлекайте там что-то. А, не извлекайте карту памяти. Челика фоткай быстрее, блядь. Я не успел. Подожди. На его месте, по-моему, что-то появилось. А, как она может его сфоткать, если она даже камеру не нашла? Веревки. Теперь их стало больше. Ага, это призрак говорит. Типа, веревки теперь их стало больше. Тут, по-моему, в этой комнате кого-то повесили. Небольшой обрывок бумаги лежит на полу. Похоже, он часть блокнота. Записи. 12 сентября. Еще одна веревка. И другую веревку. Короче, охладимое трахание. Вот и все. Я вложил отчасти блокнота в мой альбом. Самая топовая считается вторая часть Crimson Butterfly. Про двух близняшек. Ну, принцип тот же. Ходишь и фоткаешь всякую дичь. Сохраняемся.
Сейчас тянка себе ляжки обдрищит. А, нет, камера. По-моему, у нее косолапие. Бордельник, когда убегал, его щучьи руки чуть не схватили, но он убежал от основного призрака, вот это Кирия. Не оборачивайся. Что-то случилось, говорит, с моим братом, что-то такое, по-моему, она ляпала. Я подобрала камеру и блокнот брата с пола. Камера, старая камера мамы, мой брат брал с собой. Ну, то есть, точнее, по-моему, если я не ошибаюсь, не матери эта камера, а бабульки ее. Бабулька тоже когда-то в свое время, видимо, этот, как призраков ловила вот в эту камеру обскюра. То есть, я нашла новую запись в блокноте Мафуйо. Блокнот Мафуйо. Осмотр особняка Химуро. Особняк Химуро когда-то был домом крупного землевладельца, у которого было много земли. Они говорят, что это очень важное место и как-то связано с ритуалами Шинто. Я не могла найти никаких книг об этих ритуалах Шинто. Ну, он не мог найти никаких книг дополнительных. Так что тут в переводе проблема со склонениями мужского и женского рода. Последний хозяин семейства Химуро перерезал всю семью. Позже другая семья, которая пыталась жить здесь, исчезла. Из-за таких несчастных случаев сегодня здесь мало кто бывает. Это одни руины. Может, поэтому нет сведений о ритуалах Шинто и нигде не обозначено точное местоположение этого особняка. 24 сентября, когда он исчез. У меня плохое чувство с тех пор, как я появился здесь. Я веду дневник просто так, если вдруг что-то случится. Надо найти мистера Такамина и остальных. Надеюсь, еще не поздно. Множество записей и новых заметок есть внутри блокнота. Фоткать тетку. Опа. Мужчина. Моррелс что-то там болтает. Так его там тыркнуло. Здесь бесчисленные жуткие отпечатки рук. Красные отпечатки. Это кровь? Бля, я не в курсе. А тут ни хрена нет. Пошли дальше. Главное сейвиться, не забывать. То, что фоткаем призраков, это у нас копятся очки. Счет 1233. Потом будем качать. Люли страв, камера, кассета. Карта. Файл, камера. А, ну пока прокачиваться нечего. Блокнот, записи, кусочки. Корреляция. Что за слово, блядь? Корреляция. Диаграмма соотношения людей в документах дополнительных. Ясно, понятно. Фотокадры 10 призрак. Хорошо. Дальше пошли. Есть кто-нибудь? Ну, прям туда он пялит. Наверное, что-то в ящике есть. Здесь старые латы. Не похожи на сувенирные. У них тяжелая история. Куда он, блядь, знает, что у них история тяжелая? Маска льва находится на этом комоде. Возле маски льва есть аптечка. Бомба, чё? Я же даже сохранюсь. Быстро. Опа, вроде поймал. Тень брата. Окей. Сколько, вот сколько за брата дали? Где-то 200 очков, да, по-моему. Вот сложность первой части в том, что тут очень быстро иногда призраки вылетают. Прям бывает некоторые в секунду, там, допустим, мужик какой-нибудь с балкона просто падает, и надо этот момент поймать. Но за него и как бы денег дают хорошо. Так что тут такие моменты сложно сделаны. Здесь много антиквариата. Когда-то он должно быть чего-то стоил. Можно, блядь. Где-то тут проход был. Задний. Старые книги о темных ритуалах, они принадлежали человеку, ясно.
Блять, вот этот скрип, как будто у нее, блядь, ботинки скрипят. Коробка с пленкой лежит перед сломанной лестницей. Ну, вот эта вот кассета 14, это у нас основная пленка. Тут желательно лишний раз тоже всякую дичь не фоткать, потому что количество пленки имеет большое ограничение. То есть не надо фоткать всякую хуйню лишний раз. Потом пленки может не быть. По-моему, здесь какой-то призрак будет. Но она прям видела то, что ее брат куда-то вот сюда зашел. Потом будет пленка даваться разная, типа по силе удара, скажем так. Есть там нулевая пленка, которая просто с одного выстрела, короче, призраков выносит слабеньких. Самой крутой пленкой потом будем финального босса лупить, поэтому надо все экономить, беречь. В правом ухе кто-то пиздит, как якуты, как будто на варгане играют. А? О, что-то есть. В ящиках сундука ничего нет. А что тут лежит на полу? Пилюли из трав. Приемлемо. Сейчас как отхилимся. Призраки тут тоже разные будут, типа, знаешь, там кто-то тебя будет именно бежать за тобой, кто-то будет наоборот нельзя, ну, держишь объектив, вообще двигаться типа нельзя, короче, иначе она по звуку ориентируется и тебя за жопу схватит, пяношную твою. Так, ну давай, короче, вот сюда. Закрыто, но я слышу что-то с другой стороны двери, может там кто-то есть? Слышно, да? Кто-то там как будто вау-вау-вау. Кто-то сейчас будет, по-моему, пиздавать. Да. Так, а стоя на лестнице, она вообще двигаться, да, не может? О, ловим. Ай, блядь, я не успел. Подожди. Давай-ка. Загрузимся. Оп, и... Ну, лови ты его. Понятно. Пошла в жопу, короче. Хотя давай еще раз попробуем. Если сейчас не получится, то в очко его. Пускай идет. Так, надо вот именно тот момент поймать, когда он появляется, блять. Оп, ну быстрее. Не то. Ну доставай. Короче, пошел он в жопу. Он куда-то сюда прошел. Сейчас на ширмочку отодвинет. Карлица какая-то. Прическа у нее охуенная, как будто лопатой ее стригли. Стригите меня под лопату. Эти вот, блядь, челки, это пиздец. Пальцем показывает на камеру. Фоткай, блядь, говорит. Тебя пустят вот туда. Камера 2. Управление в режиме видоискателя видно то, что не видно невооруженным глазом. Если заметите вибрацию контроллера или услышите звуки, фотографируйте. Войти в обучение, ну понятно. Вот, короче, у нас это дичь. Мы ее сейчас сфоткаем. И что-то должно произойти. Ну, дверь откроется. Все, ширма исчезла. На фотографии нет ширмы. На месте ширмы изображена дверь.
Я сфоткал. Ну, и чё? Всё. Отодвигаем. Сейчас будут первые враги появляться. Она так плечом эту ширму толкала, как будто она весит 50 килограмм. Похоже, что скрытая дверь есть за сворчатой ширмой. Ок. Здрасте. Не могу найти ключ. Где же он? Без понятия, мужик. Вот здесь какой-то проход, не? Отдельно можно еще фонариком крутить. Блин, я, наверное, рано сюда зашел. Подожди. Это у них шкафы такие. Дверь с этой стороны сломана, но она не сдвигает, не сдвинется. Удерживаясь загадочной силой. Ну-ка, а что если мы ее чикнем? Нет. Это так не работает. Что-то блестяшка какая-то. Это хрень пашет? Нет. Что-то лежит на полу. Пилюли из трав. Дверь накрепко закрыта, не могу открыть. По-моему, до дверного косяка и двери большое расстояние, как бы. Доска не очень-то прочная, ее можно, по-моему, руками оторвать. Вон. Это сфилирика. Она прям пялит вот куда-то. Загадочной силой. Тут, по-моему, какой-то призрак девахи, по-моему, сидит в этом шкафу. Попозже ее мы попробуем открыть, но сейчас пока тупо сюжетно нет. Лучше почаще сохраняться, чтобы потом эти большие куски не переигрывать. Небольшой клочок бумаги лежит на сундуке. Похоже, что это вырезка из новостей. Вчера вечером на горе Химуро в южной части префектуры был найден труп без конечностей. Руки, ноги и голова были оторваны. Полиция рассматривает две версии – убийство и несчастный случай. Тело не было опознано, но это, похоже, мужчина, около 30 лет. Полиция также берет во внимание тот факт, что еще одно тело, изувеченное также, было найдено в том же месте 15 лет назад. То есть кто-то регулярно отрывает людям конечности и кидает в одно место. Да-да, я положил заметку в свой альбом. Звуки прям типичный Silent Hill. Где мужик? Я, наверное, не успел, да? Не успел. Бла-бла-бла. Это все дела. Прочитываем. Оп. Теперь попал. Спутник. Какой-то мужик куда-то идет. Рычит ухо. Стенки дырявые. То есть, если напердеть в одной комнате, будет запашина везде. Он в шкафу сидит. Подожди. Подожди, мужик. Сейчас мы тебя зафотаем. Коробка с пленкой лежит под окном. Вот, это кассета 37. Зеленая, она чуть посильнее, чем синяя. Похоже, это новая пленка. Может быть, ее оставил Мафуя. Мафуя, кстати, по-моему, ну, в этой комнате вообще не было. Ну ладно. Это, по-моему, у нас дверь. Либо дверь, либо шкаф. Тут, блядь, двери от шкафов вообще не отличаются. Коричневая вся. Так, теперь надо, короче, приготовиться.
Во время того, как она открывает шкаф, быстро доставать камеру и фоткать, короче. Этот чувак появится буквально тоже, по-моему, на секунду. Давай тренироваться. Закрепляем мужика. Диктофон. Не то. Не совсем я попал, короче. Надо было чуть правее. Нет, а почему он не фоткается? Подожди, уточни. Нет, его, короче, сфоткать нельзя, походу. Ладно. Флэшбэки. Мужик. Убегал и спрятался в шкаф. И его схватили за жопу. У него какая-то чика в кимоно, короче, попала, поймала. И он подох. Хуяк, нет. Был пацан, нет пацана. По-моему, сейчас надо будет быстро фоткать. А нет. Дура, обернись. Я нашла кассетник в чулане. Магнитофон, он покрыт пылью, но похоже работает. В кассетнике была оставлена пленка. Белая, один. Аудиопленка с белой меткой установлена на середине. Ясно, понятно, пошли дальше. Вот эта дверь открывалась. Чё ты не заходишь-то? Эй. Да, вот тут будет, кстати, первый враг. Стой. Ну, этого мужика, по-моему, очень тяжело поймать. Подожди. Надо под определенным углом, короче, встать. Подожди, а... Я, наверное, не успею вот так пробежать, да? Сразу же... Объектив. Не-не-не. По-моему, это тяжело. Ширмами, блядь, все загородили. Что-то лежит на полу. Хилы давай. Какие-то тряпки сушат. Все похоже на старый ящик для кимоно. Похоже, небольшая стойка зеркала, но самого зеркала нет, шкафчик закрыт. Его попозже будем открывать. Да, на геймпаде целиться, конечно, это еще то удовольствие. Я представляю, как люди играли на Nintendo Wii U. Нунчаками этими. Вообще труба полнейшая. Что-то можно сфоткать. Какую-то пижню. Где-то тут синеньким прям светилось. И точнее. Хуй его ведая, короче, где-то что-то там светится, а где что, рот ему ноги, короче. Мужик сюда ушел куда-то.
Эй. Какие у нее маленькие, аккуратные сиськи. МР. Костя. В 2001 не было видно. Ну, по-моему, четвертая часть, которая вышедшая на Wii U, это, по-моему, год 50-й, что ли? Нет, где-то год 5-й, по-моему, или 7-й. Так. Опа. Все. Не получилось потом фрейма, но ладно. Я не волшебник, я только учусь. Камера начала светиться с загадочным светом. Затвор камеры. И чё? Улучшение. Поражая призраков, можно накопить мистическую энергию. Выберите в меню камеру, чтобы перейти в экран зарядки накопления энергии, снимает блокировку и заряжает камеру. Ну, то есть, улучшение. Вот и все. Прокачиваешь камеру. Вспомогательные функции. Когда эти функции открыты, вы будете иметь много специальных атак. Чтобы применить эти функции, нажмите L1. Кнопку в режиме съемки. Число вспомогательных функций ограничено до числа камней в вашем арсенале. Осторожно. До свидос, короче. Что-то под окном. Белая пленка. Так, ну давай-ка вот эти вот файлы. Что, пленку вторую уже дают? Файл. Где она, хуй его знает, короче. И то. Вот, белая один. Взять предмет. Что? Белая кассета. September 9th, 5:40 p.m. The mansion was nowhere to be seen on the map. Тут рассказывают, короче, про очень охуительную историю вот этого призрака, короче. Так, базовый эффект. Ну, тут, по-моему, камни надо сначала синенькие находить, а потом уже качаться с помощью вот очков. 2000, то что у меня. Так, длина, скорость, максимальная величина. Запускает, а, вот, описание есть. Запуск основных функций, активирует основные параметры камеры, запускает вспомогательные функции. Ну, то есть, вспомогательные функции, допустим, замедлить призрака, либо его поймать в объектив, чтобы он там, ну, прикольно, конечно, но сорвать печать особых функций. То есть, некоторые призраки, по-моему, еще будут с какими-то печатями. Ну, давление против. Чё? 16 косарей, ни хрена. 4000. 2. 6. Давай скорость. Ускорить время зарядки силы магии, да. Угу. То есть быстрее будет накапливаться вот эта вот усиленная фигня, чтобы Fatal Frame бахнуть его. Вот она еще пялит. На дверь просто смотрю. Это тут геймпад начинает колбасить. Чё? Чё, кого? О! Что-то изображено на фото. Оно напоминает маску льва возле осевшего камина. То есть, короче говоря, ты фоткаешь определенные места, которые, ну, на которые трясется геймпад, и потом нужно эти места где-то в особняке найти. Тогда ты получишь какой-то предмет, если это место найдешь. Я вставила фото в альбом. Угу. А тут уже синим ничего не горит. А нет, горит. Что-то горит. Где-то прям тут. Нахер его знает, не видать ничего. В очко пошли, короче. Все, я помню, где этот маска льва, как бы. Будем сейчас назад возвращаться. И снова будут улетать такие призраки и так далее.
Некоторые прямо во время открытия двери, вот когда идет анимация, она эту дверь сдвигает, и они прямо перед тобой на секунду вылетают. Это тоже надо типа успеть вот так вот сделать и сфоткать сразу. Так что, ну, первая часть, я говорю, то, что она самая сложная такая. Кто-то пиздит. Оп, дверь закрылась. Секатно нахуй. Ладно, никого. Вот здесь находишься, тебе в левое ухо, мужик говорит. Проходишь вот сюда, мужик в обоих ухах. Илья Пасканный. Ох, фига какой графоний. Привет, Лёха. Здорово. Так игре надо думать 20 лет. 2001 года выпуска. Костер. Очень японская игра. Прям нас закипахнуло. Ну, типа того. Да нет, тут и не пахнет Миядзаки. Сложность, возможно. На комоде лежит красивое орнаментальное блюдо. Постучал. Так, приготовить. По-любому сейчас какая-нибудь гнида выскочит прямо вот с этой двери. Сзади. Опа, я успел. Ах ты, сучка рваная. Грузимся. Оп. Треснул. Опа. Как тебе такое? Его откинуло. И он исчез. О. Блин. Еще ждем. Давай. До свидания. Третий раз я ему хорошо приложился. И чё? Все, а сколько дали за него? Всего пятихатку. Скрип. Такое ощущение, то, что у него подкрадули не смазаны. Одерживается, ну понятно. Здесь тоже ничего не появилось. Ладно, потыкали дальше. Да почему мне кажется, что это дверь какая-то? Он как-то немножко выделяется на фоне вообще. Что происходит? Или за звуки такие? Вот здесь эта маска льва, вот она тут валялась. Подожди, она вот еще куда-то смотрит. Вот тут какой-то. Похоже, что-то лежит внутри комода. Пленочку нашли. Ящики нет, ничего необычного. Может быть, еще что-то в часах есть? Часы остановились в 11:45. Они стояли некоторое время, тут паутины. Паутины. Может, блять, паутина, а не паутины. Ну, понятно. Перевод, я говорю, то, что охладимое трахание. Несколько листов бумаги лежат в ящике. Похоже, они часть черного блокнота. Симпатично. Сам блокнота. Следующий сюжет. Хунсей Такамин. Серия убийств в поселке. Трупы появляются один за другим. Убийства эти напоминают жестокие ритуалы шинто. Злодеяния человека, который мстит, и странная связь между этими поступками и народным творчеством. Что, блять? Короче, про фольклор опять трещат. Легенды постепенно увлекают и втягивают человека. Это есть история этого человека, в которой сказки связаны с местным фольклором. Сведения из прошлого найденные после землетрясения. История постепенно сглаживает границы между настоящим и прошлым. 24 июля. Про особняк Химура
особняк известен как дом крупного землевладельца, управляющего этой землей. Но изначально это было место, где был построен храм для ритуала Шинто, который передавался из поколения в поколение. Но люди того времени держали этот ритуал в строгой тайне. Им даже запрещали говорить вслух о его названии. Сегодня не оставалось никаких сведений о нем, кроме народных легенд. То есть, что этим сказали этой запиской? То, что особняк стоит на том месте, где раньше проводились ритуалы. В принципе, вот и все. Я нашла заметку новостей внутри блокнота. Заметка лежит внутри. Окей. Недавнее землетрясение погубило все 5 зеркал, святые зеркала, которые сотни лет пролежали в 5 гробницах. Эти зеркала обеспечивают защиту этих земель. То есть какие-то зеркала не дают каким-то, видимо, призракам вырваться на свободу, насколько я понял. Часто известен как праздник 5 богов. Каждые 10 лет, когда все 5 зеркал собирают в одном храме, священники храма надеются, что это не дурной знак. То есть каждые 10 лет проводится ритуал с помощью зеркал. Что-то отражает свет внутри львиной маски. Красное стекло. Я нашла красное зеркальце внутри маски льва. Теперь у меня есть красное зеркальце. То есть тот самый ящик сверху, который... Ну, в общем, зеркало нам туда поставить. Вот и все. Подожди. Может, еще что-то валяется? Латы на показ. Все, пошли назад, короче. Я даже сохранюсь. А что, у него жопы нету совсем? Главное, сиськи ей нарисовали, а жопу побольше нет. Скорее всего, она школьница. Я думаю, это можно даже педофилией попахивать. Так что, руки на стол, не дрочи. Откроем. Оп. Чулане. О, теперь чулан открылся. Угу. Во время наведения, короче, когда у тебя объектив открыт на треугольник, она будет поворачиваться на... Сколько получается? На 180 градусов? Пугает. Хватит за жопу. В фильме «Проклятие» тоже постоянно, короче говоря, у них в шкафах кто-то есть. В фильме «Проклятие» тоже там малой, он постоянно в шкафу прятался. И чё? Там нет ни хрена. Стой. И тут? Ясно, понятно. Опа, стоящий. Так, я его, да? Сколько за стоящего дали? 2000 набрал уже. Иногда она заходит в дверь, и у тебя этот как управление меняется, и она поворачивается. Ты нажмешь ту же самую кнопку вперед, но ее разворачивает назад. Ну, это вот из-за танкового управления. Кто-то постоянно в этой комнате пиздит, но фоткать тут некого. Пол скрипеть перестал. Она, наверное, по картонке ходит. Но никого нет опять. Ладно. Ну, открывай что-то.
То есть призраки, они вот если появляются, то они появляются один раз. Если в момент этот упустил, не сфоткал, то все, до свидания. Без очков будешь бегать. Поэтому квиксейф тут рулит, короче. Чтоб потом нормально наваливать, прокачав камеру. Зеркало передвинули со стойки. Использовать красное зеркало. Мужик и ключик. Этого мужика уже задолбался фоткать. По-моему, раз пять уже его сфоткал. И убил уже. А он все равно появляется. Фоторедактора. То есть какой-то тоже, видимо, корреспондент или что-то в этом роде. И у него сзади, типа, короче, его держат оковы. И на шее тоже какая-то, типа, петли, что-то такое. Я могу видеть слабые следы веревок на шее, руках, ногах мужчины. У меня есть ключик от ящика. Выглядит старым. Интересно, этот ключ к чему? Ключ меди. Ну, видимо, медный ключ они хотели написать. Да, я его не успею сфоткать. Да? А где он? Блять, он ко мне пиздует. Во-во-во. Бам, блин, почти. Так, мы сюда заходим. Теперь геймпад начинает с ума сходить. Его просто колбасит. В этом плане на эмуляторе, когда лобаешь, не очень прикольно сделана вибрация. То есть иногда геймпад может заглючить и просто будет его трясти до следующего призрака. Сейчас надо в другую комнату, ну, да, в другую часть комнаты свалить, чтобы было раздолье. Так, бам, сохраняемся, ключ. Давай вот сюда. Тихо, блядь, он все равно поймал, твою мать. Где вообще фоткаешь? О, ближе к делу. Давай, мужик, появляйся. Бля, он сквозит в разные стороны. Давай, я заряжен, пиздец как. Оп. На соточку прилетело, как тебе такое? Давай, бат, блядь, не попал. Вот так, немножко. Еще. Хуйню какую-то нафоткал, блин. Где он? Давай еще. Нормас. Где он? Где-то тут. Мужик, ты где? О. Блять, ну все равно задел, ладно. Где он? Блядь. Так, я отбегу в сторону. Где он? О, нормально. Все, подос.
Тут самые простые даже призраки могут очень проблем доставить. На месте, где было привидение, что-то плестит. Камень духа. То есть вот, это, вот эти вот камни можно втыкать теперь для этого, для усиления. Вещь, файл, камера, по-моему, да? Скорость, длина, максимальная величина. То есть ширина этого, круга объектива, короче. Тут он. Достаточно очков. Ну вот это надо качнуть будет сейчас. Похоже на старый ящик для кимоно. Надо этот как его, надо ключ искать. Точнее, куда можно его применить. Какой-то ключ она медный нашла, а куда его тыкать херово? Это ящик, нет? Нет, не ящик. Там, по идее, ничего такого нету. Ключик наш тут. Красивое орнаментальное блюдо. Геймпад колотит вообще, конечно. Тут скорее этот как его. Сама игра подвисла. Бля, куда бы ключ-то сунуть? Дверь накрепко закрыта, не могу открыть. Нет, ключ надо, по-моему, применять в комнате, где этот. Либо наверх надо подниматься. Либо выйти из комнаты на первом этаже. А, подожди, ну там же замок, да, был, короче. Надо наверх на лестницу идти. Малой? Малой бежит. Я, наверное, хуй успею. Пока развернешься. Но они прям показали, куда идти. Скрип, скрип, скрип. Дергано забирается по лестнице. Подожди, может быть, вот там еще что-то появилось. Там комодик такой был. Надо глянуть. Ну вот этот. В ящиках сундука ничего нет. Там еще боссы появятся, все такое. На двери черный висячий замок. Использовать медный ключ. Открыто. Окей. Собираем. Это блестяшка. Старая книга, написанная угольными чернилами, стоит на полке под урной. Тайные ритуалы рода Химуро. Много ритуалов и обычаев передавались из поколения в поколение Химуро. Многие забыты, остались лишь документы, которые превратили эти ритуалы в легенды. Устных историй вообще не осталось, потому что все члены семьи Химуро погибли, а ближайшие родственники ничего не говорят о ритуале. Один такой ритуал, выполненный 13 декабря, окутан тайной. Люди, которые жили рядом с особняком, не выходили в тот день и даже сейчас, считается плохим знаком оставлять окна открытые в этот день. Короче, все очкуют 13 декабря. Могу предположить, что это из-за злой природы этого ритуала, но правда неизвестно. Я положила, ну понятно. Книжку она затолкала. Куда-то под юбчонку. Кстати, вот она столько всяких вещей собирает, а куда она их кладет? В сапоги, что ли? В трусишки прячет. Похоже на старую жаровню. В ней только столько пыли, что я не вижу дна. То есть, серьезно? Весь деревянный дом, а рядом просто вот со стеной стоит у них мангал. Это у них типа вид отопления такой.
Короче, пожарка тут вообще, типа, ваху. Подожди, что-то вот на столике. Зеркало. Прекрасный камень, вычищенный до зеркального блеска. Он наделен странной силой. Бля, я вот не помню, зачем эти зеркала. Это что-то такое, по-моему. То ли она отхиливает тебя, то ли что-то в этом роде. То ли воскрешает, если тебя совсем загрызли. Что-то лежит на полу. Пилюли и страх. Окей. Так, тут дверь. Подожди, тут еще один проход. Карта. Хуя себе, сколько дверей. Ладно. Какую бы зайти-то? По-моему, я отсюда пришел. У меня сохраненка. Комната сохранения. Тут блестит еще. Кто-то дышит. Кто дышит? Перед куклой лежит аудиопленка. Ну там. Еще какая-то охуительная история. Странная японская кукла, еще кимоно выцвела, хотя пыли нет. Странно. Все? Больше подобрать нечего. Блин, когда геймпад успокоится, он, по-моему, сохранится, да, чтобы он трястись перестал. Стой, а настройки, опции, вот. Вибрация. Включаю. Все. А все равно колбасить не перестал. Кусок блокнотом. 20 августа, похоже, фольклорист Риоза Мунаката изучал различные ритуалы рода Химуру. Вероятно, где-то осталась книга исследований, но я не могу ее найти. Интересно, может быть, в библиотеке есть копия. 30 августа, не могу найти книгу. Пусть редактор Коджи Агата выполнит расследование. Сомневаюсь, что он сможет что-то узнать. Окей. Короче, Коджи Агата какой-то. Что-то может узнать. Тут еще один проход, да? Махонький. Что-то есть внутри этого шкафчика. Кассета. Отлично. Пиздец, зачем вот такие проходы? Я не знаю, для собак это что сделано? Тут есть небольшая дверь, но я не могу ее открыть. Но она позже ее откроет, по-моему, с другой стороны. Как бы, ну, это скорее всего на мансарду все похоже. Но вот этот проходик, конечно, мелкий. По-моему, я не знаю, вот реально для собак делать. А тут старая камера, давай снимок. Кай, сохранить. Так, переписать. Все, да, вернулся в игру. Через жопу сохранения, конечно. Странно, никто не нападает. Жути нагоняются, стопудово. Так, я, по-моему, сюда через эту дверь зашел, да? Да. Тут у нас два прохода. Заколочено нахрен. Бумажная севдижная фирма. Севдижная? Что это, блядь, за слово такое? Просто, наверное, передвижная ширма порвана. Я вижу комнату, ряды старых книг, библиотека. Короче, она через дырку библиотеку увидела. Подожди, подожди. Вот тут какая-то еще дверь есть. Но у меня библиотека, она. Дверь же? Что-то такое. Что-то похожее на дверь. А, вот, смотри. Это выход на улицу. Чё, кого? Кто-то зырит там.
стяжка. Так вон. Там что-то есть во тьме. Или листа. Угу. Так смотришь? Никого. Кто-то исчез, короче. По идее, получается, в библиотеке кто-то тусит. Якобы призрак. А через запорчик она не перелезает. Дальше пошли. Когда геймпад перестанет колбасить, так можно и это, тремор рук заработать. Там лестница. Чё, кого? Жди, прежде чем предметы брать, лучше сохранить. Любят тут за жопу хватать самый неподходящий момент. Пленка находится внутри чулана. Зелененькую дали. Я не помню, пленки, по-моему, видов 4. Или 3. О. Бац. В зеркале дева. Тут скорее тёлка, которая смотрит в зеркало. Что-то оставила после себя. На моем теле веревочные маски, как на кохе. Кохе. Она, наверное, что-то про веревки сказала. Типа, меня связали или что-то в этом роде. Несколько листков бумаги лежит на полу, похоже на части чьего-то блокнота. Особокнота. 27 августа. Чем больше я узнаю об особняке Химура, тем страшнее. Уверена, особняк отличный сюжет для следующей книги. Мистера Такамина. Но, честно говоря, мне это все не нравится. У меня дурное предчувствие. То есть какую-то тёлку, значит, еще тоже помимо брата, еще какого-то того корреспондента, еще и бабу какую-то здесь завалили. Я не хочу идти в этот особняк, но это моя работа, да? Мне придется пойти. А, ну ей придется пойти по работе. Я не упущу возможности поработать с мистером Такамина, только лишь из-за небольшой тревоги. Кстати, геймпад перестала колбасить. Спасибо, блядь. Он ничего не помогает. Я чувствую что-то сверхъестественное. Я знаю гораздо больше иногда. Кто-то знает больше иногда. Ну как, к зеркалу подойти? Ну, такого же размера, как и зеркало в коридоре. Что означает женщина в зеркале? Подожди, нет. Я, кстати, помню этот момент. Сейчас будет очень страшная тёлка. Она будет выглядывать из-за угла. Зачем мне с этого ракурса показали? Что-то лежит на полу. Пилюли из трав. Дверь застряла. Я пыталась надавить, но без толку. Все. Теперь я спокоен. Надо туда валить. А, проход вот тут. Я сохранюсь, потому что момент будет тяжеленький. Брательник. Там, блядь, тут сейчас надо будет очень четко фоткать. А зубов нету, походу. Ика. Блядь, я не успел. Ее мотают в разные стороны. Опять не успел. Ну, хоть чуть-чуть треснул.
Второй раз мне урона не нанес. Так, первый раз. О, нормально прилетело. Да, ну чуть-чуть. Не достал. Круто. Ну, давай. Готово. Сейчас нормально сфоткал. Нулевой спецснимок, короче. Нулевой снимок больше всего у них здоровья забирает. И за него типа дополнительные очки дают. Так, вот, 7 косарей у меня уже. Так, камера. Базовый эффект. Давай, наверное. Начнем что? Ну что хватает? На все, в принципе, хватает. Ускоряет время зарядки магической силы. Максимальный заряд. Это, по-моему, просто сила удара, видимо, да? А, ну да, да. Длина, кольцо захвата. Да, наверное, давай к длины. И оценники у них потом. 12 тысяч стоит. Фоткать, не перефоткать. Так. Где-то тут был брат. Подожди. Давай-ка мы сюда сходим. Просто двери подергать. Вот одна дверь. Открывается. Подожди. Вот это. Тут загадка будет. Кнопки с символами. Устройство должно открывать дверь. Снизу гравировка, но она выщерблена. Могу понять очень мало. То есть она не совсем говорит, я разбираю, что было, что наковырено на этой гравировке. По идее, это циферблат. Циферблат, ну, 12 час и так далее. 12 символов. Как-то надо что-то сделать, как-то покрутить. Я понимаю, только ритуал Шинто. Удушение, и придет день из выщербленных слов. Ну, вырезанных слов, а не выщербленных. Угу. Ну, короче говоря, я должен визуально запомнить какие-то символы, их нажать в определенной последовательности, и дверь откроется. Липсон так-то. Ничего, как будто я ввела неправильные числа. Ну, естественно, сейчас тебе ничего никто не скажет. Тут еще побегать придется. Стены коридора окрашены кровью. Может, это сделали долгорукие привидения? Долгорукие. Так, а у нас куда-то... Да-да-да, я по кругу обошел все. Ясно. Дай бог памяти, по-моему, где-то есть щелочка. Вот прям в этом коридоре. Надо типа туда зыркнуть. И она найдет какую-то хрень, короче. Что-то какой-то полезный маленький предметик. Вон тут эти отпечатки рук на стенах. Как будто кто-то говном мазал. Просто бегаю по кругу. Надо вот сюда заходить. Это единственная дверь, которая открывается. Тихо. Я помню эту комнату. Тут потом с боссом будем драться. Ну как, типа боссом. В маленькой комнатушке, и он очень сильно лупит.
довольно-таки непростой мужичок. Но есть мега-сохранение. Несколько листков бумаги лежит на полу, похоже на части чего-то блокнота. 10 сентября, 8 часов вечера. Я ясно видела перед зеркалом у входа женщину. У нее были длинные волосы. Одета она была в белое кимоно. К ее рукам и ногам были привязаны веревки, которые она тянула за собой. Кажется, Кохи тоже что-то такое видел. А, ну, видимо, Кохи это имя чувака какого-то. Наконец-то я хоть понял, что за Кохи. В этом особняке что-то не так. Блять, логично. Тут как бы немножко люди умирают. Дверь. Давай ее откроем. А за ней еще одна такая же дверь. Как мило. Причем двери одинаковые. Ctrl-C, Ctrl-V. За ней еще одна дверь. Сука, они как матрешки, короче. Угу. Так понимаю, подняв этот предмет, короче, появится призрак. Стой, я сохранюсь. Окно накрепко закрыто. С той стороны не могу выглянуть. Эту херню. Дерево прибито к окну. Блять, все деревянное так-то. Что-то лежит у моих ног. Наконец-то она взяла эту штуку. Че, никого нету? Ну, шли туда. Темно-красное пятно, как открою. Кстати, светотень прикольно сделали. Ну, для того времени, как бы. Вот ты крутишь фонариком, светишь, а у тебя вон тени справа бегают. Классно. Ну, куда-то туда пялит постоянно. Там, наверное, что-то есть вкусное. Сохраняемся. Ага, выход. С коридорчика. Вторая книга из рисовой бумаги лежит на земле, написана чернилами. Тайны девы веревки. Ага, то есть, короче, все, кто видел вот эту бабу, а ее много, видимо, кто-то видел, перед смертью, по крайней мере. Тайны девы веревки. Среди нескольких документов об этом ритуале упоминается дева храма, и много раз. То есть, вот эта баба в кимоно с длинными руками и веревками. Ее руки, ноги и шея опутаны 5 веревками. Однако ни в одном документе не говорится о ее роли. То есть почему и так далее. Одна теория говорит о том, что ее принесли в жертву. Но мне трудно поверить, что это был такой жуткий ритуал. То есть бабу с веревками в жертву принесли. Распяли ее, видимо, и что-то в этом роде. Подожди, о, блестяшка какая-то. Тихо. Так, кнопочка. Что-то отражает свет фонарика во тьме. Святая вода. По-моему, святая вода как раз полностью тебя отхиливает. Что-то обернуто на ручке, не вытаскивается. Похоже, это волос. Кто-то на ручку волосиков намотал. Не вытащить. Но это потом, видимо, как-то надо вытаскивать. Все, типа, пошли назад. Двери есть еще какие-то? Закрыто. Ну, значит, она сейчас назад будет бежать, и это кто-то будет кошмар. О, кто? Сломала, сука, меня, да? Чем она прямо перед тобой появляется.
попал. Теперь не попал, блядь. Жди, сейчас мы ее заколбасим. Вот первый удар был хороший, а потом я что-то это на куда-то вниз ускакал и не увидел. Так, стой. Так вот, в сторонку. Примерно тут она появляется. Где-то вот в этом районе. Че? Вон он. О, прилетела. Где она? Сука, стопудово сзади. Почти. Мимо. Лен, сзади. Ништяк. Сначала пятихатку дали, потом 700. 1200. Нормально. На ее месте что-то осталось? Нет. Ну ладно. И так сойдет. Бля, может проверить? Назад вернуться. Предметов я никаких не находил. Тут замок. Со всякими иероглифами. Ну, то есть, блин, придется, наверное, блокнотик какой-то доставать. Чтобы записывать изображение. Стой. Чё, кого? Что-то светится. Что за комната вообще? Я, по-моему, ее не видел. Что-то лежит у моих ног. Кассета, хорошо. Значит, это за стенкой. Старый свиток лежит среди упавших свечек. Ритуал удушения. Ритуал удушения на 13-й день 12-го месяца, 13 декабря, то есть, дева, отрезанная от внешнего мира в течение 36-69, это надо записать, 36-69 дней, должна быть разорвана, тогда веревка получит силу. 13-12-36-69, вот эти числа надо запомнить, они красненькие выделены. Я положил документ в свой альбом. Нет, это надо записывать. Давай, наверное, перекур. Я сейчас блокнотик заодно достану с ручкой. Потому что вот эти вот... Чтобы потом в файлах не ковыряться. Это надо будет для решения головоломки вот этой с двери. Сейчас подойду. 3 минутки перекур.
Так, продолжаем. Цифры я записал. Какая-то загадка тоже будет со свечками этими. Всюду упавшие свечи, внутри красная коробка, но дверь сломана и не откроется. А, ну то есть коробка сломана и крышка не открывается. Там вон что-то светилось. Вот, тихо, почти поймал. Спутница. Бабу сфоткал. Несколько обрывков бумаги лежат на полке. Похоже, что они часть красного блокнота. 11 сентября, 6:30. Я снова видела женщину в белом кимоно. Она пытается мне что-то сказать. Она знает, что у меня БЕ чувство. Большое, наверное, чувство. Женщину зовут Кири. Значит, это Кири. То есть, короче говоря, баба в кимоно, ее зовут Кири. Мне не стоит близко приближаться. Не хочу подходить ближе. Страшно. Окей. Это дело фоткать надо. То есть надо вот такое помещение найти с лесенкой и ящиками. Какие-то другие места изображены на фото. Интересно, что же там? То есть эта дверь не откроется, пока я вот это место не найду. Что-то блестящее стоит на полке. Камень духа. Камень духа, пердуха. А вот эту дверь дернем. Какая тишина гробовая. Я же сохранюсь. Что-то лежит на полу, пилюли из трав. Подожди. Она еще куда-то пялит, блестяшка. Еще не пройти. Несколько листов бумаги. 5 блокнота. 13 сентября, 9:30. Мы нашли труп Агаты. Голова, руки, ноги были оторваны. Опять, кстати, расчлененка. Смерть похожа на те смертные случаи, которые случились здесь много лет назад. Рядом с Агатой лежало его фото. На нем он был сдавлен чем-то похожим на веревки. Но опять расчлененка и веревочки. Интересно, связано ли это с девами храма, о которых говорится в легендах. У них на шее висели веревки, а также на руках и ногах. 13 сентября 12:30, то есть спустя несколько часов. Тома странно себя ведет, бормочет какую-то ерунду все утро. Что-то о веревках и зеркалах. Я не могу винить ее в таких поступках после того, что случилось с Агатой. Прикольно. Короче, кого-то плющит еще к тому же. Дверь заблокирована. Герб семьи Химуро, наверное, открывает дверь, но не работает. Сюда, видимо, что-то надо тыкнуть. Что-то вставить, наверное. Старый свиток лежит прямо на сырой земле. Документ 5 камней. Поблагодарите 5 богов за защиту. Поместите камень, символизирующий 5 зеркал, в нужное место. То есть сюда надо что-то вставить, какое-то зеркало или что-то такое. Да, и типа, дверь разблокируется. Ладно, понял, принял. Мне вот интересно, что за цифры и что они должны типа с открывать. 13, 12, 36, 69. Я записал. Так. Чик. Чик. Переписать. Ну так, на всякий случай. Ок. Да. Шли назад. Я ж опять сохранюсь. Кстати, я так понимаю, если мне к этой двери подойти, на которой печать висит, мне кажется, я урон получу.
коробка для погребальной таблички и костей осталась меж свечей хозяина. Хозяина? Очиного крепкого? Подожди, я ближе сейчас подойду. Нет, урон я не получаю. Какое-то странное чувство от двери. Наверное, запечатано талисманом. Ну вот надо этот... кладовку с лестницы найти. Ящик. Иду, упавшие свечи, бла-бла-бла, коробочка. Так, стой, на карту. Ну, выхода тут два. И одна дверь запечатана. Надо искать. Чё он? А, вот, всё. Наконец-то она видит. Тридцать шесть шестьдесят девять. Подожди, тут, по-моему, если это взять как циферблат, значит, по-моему, тут в чем прикол, то что цифры тут не по часовой, а против часовой идут. 36 69. Если это 0 1 2 3, раз, 3, 4. Так, 3, 4, 5, 6. Раз, 2, 6, 7, 8, 9. Чпок. Ничего, как будто я вела неправильные числа. Так. Если отсюда отчет вести, раз, два, три. 30. Так, 3, 4, 5, 6. Раз, два. Так, это шестерка. 7, 8, 9. Нихуя. Так, давай попробуем по часовой. Баргамер, всем привет. Здорово, Бардгеймер, спасибо за лайкос. Баргамер, вот мой лайк. Так. 1, 2, 3. Раз. Баргамер. 4, 5, 6. Раз. 2. Так, 7, 8, 9. Тоже не то. Тринадцать, двенадцать, давай попробуем. Раз. 12 12. Тоже не то. Я вот не помню, тут считается по часовой или против часовой вот эти циферблат. А может быть, вообще даже дверь не то. Может, по скрипту надо что-то запустить другое. Так, ну давай вот эту дверь я дерну. Это у нас вход вот сюда. Давай тут до тупика пробегусь. По-моему, ключей я никаких не находил, ничего такого. Значит, два варианта. Либо что-то должно по скрипту запуститься, либо надо вот именно код этот вводить, чтобы меня дальше протащили. Вот опять же, два числа. 13-12-36-69. Но по часовой или против часовой циферблат считается.
хер его знает, короче. Подожди, тут подъем наверх. О, вот эта щелка. Большой клочок бумаги лежит в расщелине, думаю, я смогу дотянуться. Старые новости. 3 числа ночью в полицию поступило заявление о пропаже 4 детей, которые не вернулись домой. В этом регионе есть древнее поверье о том, что детей похищают призраки. Некоторые жители деревни и правда думают, что пропавших детей похитили призраки. Свет сочится через странную расщелину. Я не могу четко рассмотреть сияние отсюда. А что тут? Сквозь трещину в стене я вижу что-то блестящее. Ну, руку ты протяни. Рамда малолетняя. Так. Все, по идее, я должен обойти попробую. Ага. Так вот туда. Все, давай попробуем наверх подняться. Может быть, там что-то нет. Тогда придется ковырять, стоять вот эту дверь. Пока я не введу код. Скрип, 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 скрип. Я ж сохранюсь. Так, давай сначала сюда. Дверь не работает. Может, позырить надо, вот они прям камерой показывают, что воздух снаружи сырой, похоже на густой туман. Это дверь на улице какая-то. Тут у нас в этой комнате получается 4 двери, и все открыты. Так, давай. Тут часто приходится вот по кругу бегать, короче говоря, искать пятый угол, нахрен, куда заткнуться. Какая-то вот скрипт. Может быть, где-то должен скрипт сработать, либо, короче говоря, придется вот циферблат упереть. Так, это у нас первая дверь. Тут проход к библиотеке и дальше спуск. Отсюда я приходил, а тут у нас дверь с сохранением, да? По идее, нужно комнату вот найти. Хотя не факт, что она прям нужна. Большая дверь, не открыть. Ящики тоже не это, не юзабельны. Влага съела этот комод. Ящики даже не пошевелятся. То есть фактически она сказала, ящики прогнили, короче. Давай назад вернемся. К часам. Часы вообще ничего сделать нельзя. Давай сюда. Тут у нас коридорчик с двумя дверями. Не, походу надо вот к циферблату переть. И вводить код этот странный. Так, тут шкаф. Кстати, мужик перестал болтать.
Да, раньше тут кто-то разговаривал, а уже нет. Я, видимо, окончательно этого духа изгнал. Ну, что дверь-то не работает? Эй. Это дверь? Нет, не дверь. Какие-то помехи были? Давай ближе туда, ко входу тогда. Другую дверь подергаем. Либо вокруг потухшего камина пыль тревожили, будто недавно его использовали. Возле потухшего камина пыль тревожили. Ну, то есть, короче говоря, пыль, как будто там недавно кто-то был возле этого камина. Думаю, она это хотела сказать. Какую-то головой повернула какую-то сторону. Стена уничтожена, дерево разбросано, как будто здесь было мощное животное. Ах ты, ебаный урод. Ой, блин, а идти-то. Оу. Так, ну я хотя бы знаю, куда переть. Давно не сохранялся. В этом проблема. Так, 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 иногда вот просто прям забываешь, что, что надо сохраниться, и потом очень долго придется бегать. Так, отсюда чешем на выход. Вот сюда. Спускается. Не факт то, что прям надо этого призрака завалить, как бы, ну да, его ебнем, очков получим. Поближе чуть-чуть подойду. Здесь я сохранюсь. Так, сразу же с объектива. Он в углу стоит. Где-то тут. Сейчас его нету. Может быть, надо именно дверь дернуть, тогда он вылетает. Почему его нету? Он что, рандомно появляется? А, нет, я вспомнил. А, игра тебя наказывает, если ты долго мозги ебешь и не знаешь, что делать. Она тебе присылает, блядь, рандомных призраков. Маска висит на стене. То есть, короче, если ты долго мозги делаешь и не находишь дорогу, путь и так далее, то на тебя начинают призраки нападать. Так что тут желательно четко знать, что ты хочешь и куда идешь.
Значит, тебя чучу намандрючат. Хер его знает. Пошли, короче, к циферблату, цифры тыкать. Других идей у меня нет. Как бесяло тут эти доски, блядь, скрипят. Скрип, скрип, скрип. Прям как эти, когда ты спишь, и птички начинают на ухо тебе чирикать. Такое же. Назойливое поскрипывание. Так, надо найти дверь, где библиотеку ведет. Ой, не библиотеку, а коридор. Вот сюда. Потом надо спуститься вниз по лестнице. Подожди. Она прям на этот шкаф что-то заглядывается. А там никого. Так, сюда идти? Нет, тут дверь закрытая. Ботинки смажь. Задолбало, бля. Скрип, 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 скрип. Так. Кнопки с символами устройства должно открывать дверь. Да. Снизу гравировка, но она выщерблена, могу понять очень мало. Я понимаю только ритуал Шинто, удушение, придет день из выщербленных слов. Так. Придет день. 13-12. Если вот это брать за единицу, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так. 1, 13. Это вот так. 13-12. Нет. Другую сторону. 13-12. 1, 2, 3. Вот так тогда. 13-12. Ничего. Отсюда тогда. 1, 2, 3. Вот так. 13-12. Нет. Тринадцать, 12. Конец. Числа идут, короче говоря, против часовой. А 0 это, короче, на 12 часов указывает. Все понятно. Таких дверей еще будет несколько. Вот эта комната нашлась. Оп, указывающая. Сколько нам за указывающую дали? 5666 денег. Похоже, в ящиках сундука ничего нету. Похоже, что-то лежит внутри комода. Камень духа. Ничего нет. Ничего нет. Находится старый набор брони. Что-то находится внутри коробки. О, пленочку дали.
коробке перемешку лежат старые кимоно и куклы. Надо как-то, по-моему, поймать ракурс, да, чтобы это говно сработало. Коробки перемешку, а, ну понятно. Много мелочи. Я нашел частично сожженный клочок бумаги на полке, видимо, это заметка. Спустя 3 дня местный мужчина нашел пропавшую девочку, которую, по слухам, похитили призраки. Девочка была очень уставшей, но не пострадала. Полиция хочет подождать, пока она придет в себя, и расспросить ее об остальных детях. Родители девочки тоже пропали после ее исчезновения. Полиция ищет приют для девочки. А родители-то что пропали? Может, она их замочила? Кто-то есть сзади этой полки. Или листа. Хорошо. Да-да-да-да. Кто-то находится внутри коробки. Камень духа опять. По-моему, тут нет ничего полезного. Я чувствую сильную энергию на задней части комнаты. Подожди, я вот хочу забраться. Нет, лестница это пока не работает точно. Вот он, да, ракурс. Бах. Искуситель. Все, теперь можно возвращаться в ту комнату, где печать эта висела. Сильное призрачное удушение улетучилось. Вот, теперь лестница работает. Как она, блядь, стрёмно залезает. Затылок показали, бал. Зачем-то. Он куда-то пялит в сторону. Там что-то есть в тени этого большого комода. О, красная пленка. То есть синяя, зеленая и красная теперь. Потом 4 вида пленки, по-моему. 74. Она, короче говоря, сильно лупит. Но не так, чтобы очень, короче. Но для боссов пригодится такого рода пленка. Она прям наказывает хорошо. В ящиках сундука ничего нет. Камень духа опять. Не помню для чего. На-ка. И еще разок. Подох. Один разок ему хорошо пролетел, а второй что-то не очень. Помер и помер. А, бля, будь здоров. Ну давай быстрее, ну блять. Как она долго сползает с этой лестницы. Прям всю анимацию показали. Как она медленно, уверенно спускается. Давай, наверное, качнусь, да? Бабки-то вроде позволяют, камера. А базовый эффект. Так, давление прочь призраков. Не знаю, что это такое. Медленно замедляет ненадолго движение призраков. Ну, то есть станлочит их, короче, станет. Видеть ненадолго делает призраков более видимыми. Ага. Парализовать ненадолго, остановить движение призраков. Тоже штука хорошая. Искать. Ищет местонахождение призраков и автоматически следит за ними. Вот это тоже прикольно, кстати. Так, сорвать печать особых функций. Что? Скрипы какие-то. Так, ну давай хотя бы базовый эффект. Что я могу качнуть? Скорость. Увеличивает максимальный заряд магической силы. Давай на скорость. О. Будет быстрее пленка заряжаться. Тема. Так. Да, вот этот вот коридорчик у нас. Сейчас мы выйдем в основной двор. По-моему, здесь мужик падает. Не помню.
Да, талисман исчез, сила удерживаюсь, а дверь исчезла. Печать типа она сорвала. Кровища. Подожди. На двери какая-то дичь. О. Чпок. На фото изображено другое место. Ну это, по-моему, колесо водяное. Когда дверь откроется? Я не успел. На секунду тетя появляется. Так, где-то вот с этого момента надо сохраниться. А пока я объектив держу на готове, она нихуй появится, да? О, нет, появилась. На пороге дева. Хорошо. Как-то можно спуститься отсюда. Она прям куда-то смотрит. Ну, какая-то блестяшка впереди. Следы крови прям ведут. Что ты хочешь сказать? Без понятия, что она хочет сказать. Несколько листов бумаги лежит на полу. Кусок блокнота. 13 сентября. 15 часов. То есть еще спустя 3 часа. Состояние Тома все ухудшается. Она вся дрожит и повторяет одни и те же слова. Не знаю, имеет ли что-то... Имеет ли то, что происходит, отношение к сверхъестественному. Но в любом случае, думаю, нам лучше как можно быстрее уехать отсюда. Тома в плохой форме. Она даже не шевелится. Наверное, придется самой выбираться отсюда. Даже если подождать подмогу, сомневаюсь, чтобы кто-то откликнулся. Я понял. Еще одна печать. Куколки. Надо такое место найти. На фото изображено другое место. Короче... Запомнили. Колесо и куколки. Стой. Это, по-моему, здесь должен быть. Баргамер. Прикольная игрушка. Слышал о ней, когда минус. То. Классика, типа Silent Hill. О, там что-то блестит. Ну. О, камень дух. Там лес какой-то. Я помню то, что когда я проходил, вот... Кто-то пытается за ногу вот здесь тебя ухватить, по-моему. Хер его знает. Ладно. Опять эта печать. Герб семьи Химура. Наверное, открывать дверь не работает. Это уже второй герб такой, который находится. На дереве, по-моему, кто-то тоже болтается. Где-то тут. Или потом оно появляется. Что не идет?
Застряла, походу, где-то. Колонна упирается. Так. Сообразите просто как... О, а, нет, не там. Это у нас дверь, короче, сигнализирует. Тут стоит каменная статуя. Может быть, это нечто вроде гробницы. Успел? Чула не дело. Спаси, говорит, меня. Но она туда ведет. За деву что-то маловато дали. Она довольно-таки быстро выскакивает. Так, подожди, подожди. Надо вот туда сначала, наверное, пройти. А, ну и все. Тут ход один, короче. У нас тут никого. Они потом, эти призраки, будут там на крышах появляться, на деревьях висеть и так далее. Под разными углами, на разной высоте. И потом попробуй, блин, все это дело нормально сфоткай. Вот пока просто разминочка идет. Кстати, это только первая ночь. Если не ошибаюсь, таких ночей, по-моему, будет 7 глав, по-моему. Что-то такое. В целом, если знать, что делать, игра проходится, ну, часов за 12, наверное. Так. Если сейчас никто нападать не будет, то я слышу, как крутится вот это вот водяное колесо. Ага. Тянку со спины показывают. Вот колесо там есть, по левую сторону. Кассета. Аудиокассета, мать его. Аудиокассета, я помню, как меня в магнитофон вставляешь и слушаешь пленку. Вот эта вот баба в красном, которую мы сейчас в последнее время видим. Ее удушили. Это ее флешбэк. Ее, короче, вот это вот Кирия поймала. Это что за хер вообще? О, говорит, Кирия. У моих ног аудиопленка. Так. Для начала. Надо вот ракурс выбрать, подходящий. Для вот этого колеса. Как-то так. Чпок. Дева втянутая. Это у нас первая дверь открылась. Дальше смотрим. Так, колесо и дверь с... Ой, как вам? И с куколками какой-то этот столик. Все, тут тупик. Там блестяшка какая-то. Стой. О, какая-то хрень светится. Я не знаю, давай сфоткаем. Садовый фонарь зажжен на фотографии. Че? Вот таких несколько фонарей. Пес его знает. Давай так. Может, потом какой-то другой надо фоткать. Похоже, дальше мне не пройти. А ты вон блестяшку возьми. Тебе тут понятное дело. Вон зеркало. Кто? Вы уже несете максимальное число предметов для этой вещи. Да, зеркало, оно, по-моему, воскрешает. И брать его с собой, носить, можно только одно.
Что-то мы давно ни с кем не дрались. Кто-то же должен сейчас напасть. Все, блестяшка. Коробка с пленкой. Ништяк. Я думаю, сейчас буду выходить, и кто-то должен обязательно меня схватить за маленькую тяночью жопу. Никого. Ладно. Никого нету. Чё, кого? Кто малой плакал? Так, ну все, да, печать исчезла. Окей. Не то. Опять эта баба в красном. Ой, я не вижу. О. Женщина. Не похоже, кстати, ракурс. Я ее поймал, она прям поворачивается. Такая, как Йетти. Вот этот столик с куклами. Татами убрали. В полу большая дыра. Стой, кто? Кто чё? Наблюдатель. Ага. Нашелся второй ракурс, короче. Вторые двери. Сейчас будет призрак маленькой девочки. Кстати, довольно-таки неудобный призрак. Потому что по полу ползает. Я не успел. Так, хорошо. О, тоже неплохо. А где он? Погоди-ка. О. А что, она меня застанила, что ли? Вот падла. Я ничего не смог сделать. Прилетело неплохо. Она где-то тут тоже. В этом же месте. Стопудово здание. Нахер, я лучше подальше отойду. Вон. Вон она. Птичка ползает. Нормально. Пару лишних снимков было, конечно, ну ладно. Пленки вполне достаточно, чтобы вот таким вот образом ее расходовать. Все, чику изгнали. Надо там посмотреться. Много японских кукол на красном коврике. Они в красивых кимоно, выглядят дорогими. Ладно, давай сначала блестяшки все пособираем. Что-то блестящее. Камень дух. Кири. Кири. Ну, вот эта девка, которая мелкая, ползала по полу.
кукла с длинными волосами в белом кимоно. Она связана с священными веревками. Перска куда-то вот сюда, в сторонку смотрит. Несколько обрывков бумаги. Опять блокнот. Наши любимые записочки. 12 сентября. 13:45. Мое шестое чувство говорит мне, что здесь играют дети. Я их не вижу, но я слышу, как они зовут меня. Они играют в демона или прятки. Может, это дети с фотографии? 16:30. В этой комнате были головы людей. Много голов. Их отрезало семейство Химуру. Они все пытались мне что-то сказать. Не стоило сюда приходить. Надо было доверять шестому чувству. Ясно, понятно. По-моему, вот эта дверь, но она пока не активна. Блин, не работает ни одна шкатулка. О, камень духа нашла. Хотя, что там по очкам? 4000. По-моему, нечего качать. Не работает? Я помню, что вот эта загадка с куклами, она, по-моему, вот тут находится. Или вот другая комната. Так. Давай, выходим. Бля, я не помню, я что-то находил или нет. Хрен знает, куда сейчас двигаться. Вот. Подожди, подожди. То есть они хотят сказать то, что мне нужно летающего призрака сейчас сфоткать, который сейчас падал. Но она, по-моему, этот призрак по скрипту срабатывает, если ты стоишь вот тут. Стоять бояться. Ну-ка давай вот так вот. Блин. Там еще другой призрак, с которым драться надо. Один падает откуда-то с крыши, второй посередине появляется. Знать бы ракурс. Да ну нахрен. Она за секунду появляется и все. Где-то вот в этой стороне примерно. Пизду, короче, я не успеваю. Укусила меня зубом своим. Подожди-ка, сейчас мы ее. Ну давай, что ты? Ой. Заловила. Надо как-то отходить назад. Чуть побольше урона. Ништяк прилетело. Не то. Кто тут? Кто у нас в сторону сваливает? Вот туда. О! На соточку ущерба. На ее месте что-нибудь появилось? Нет. Ладно.
Так, я вот, по-моему, со второй двери тоже печать снимал. Да? Да. Понятно теперь, куда идти. Деда? Деда куда-то в зеркало смотрел. Кири, веревка, дева, веревки. Ну, положили что-то блестящее. Запал. Внутри осталось немного масла. На заднике написано «Джицкамин». Зажигалку дали. Несколько листков бумаги. 14 сентября, 10 утра. Женщина, которую Тома называла Кири, по описанию похожа на могильную деву из легенд. А еще смерть Тома и Агаты очень напоминает смерть, которой люди умирают в фольклоре. Это женщина в храме дев. Не так ли? Какая-то женщина в храме дев находится. Я вложу на. А че он туда смотрел? Че? Такое же зеркало, как у входа. Ну да, почти. Только у входа в два раза больше. Есть у нас какая-то зажигалочка. Успею, нет? Успел вроде. Да, дева за углом. Что по деньгам, кстати? 7 тысяч. Давай качнем. Базовый эффект. Длина. Нет, не хватает. О, максимальная величина. Ништяк. Ну, тут пока закрыто. И одна крепко закрыта, не могу открыть. Меня прям туда ведут. Зеркало трескается. Разбитое зеркало. Люди на полу везде, так много. Все эти люди, от чего они бегут? И почему у них на лицах такое отчаяние? Что-то приближается сюда, из самого особняка. Холод, холоднее, чем что-либо известное мне. Не знаю, реальность ли это или сон. Лаконично. Дверки какие-то, ну, нет. Я вот не знаю, подняться по лестнице или туда идти. За бабой. Давай я, наверное, поднимусь. Надо быть готовым фоткать все. Херово, что она, находясь на лестнице, вообще никак двигаться не может. Блять, поднимайся ты. Еще выше. Погодим. Ну ладно, давай. Все равно тут все заколочено. Хуям собачьим. Старая книга из обрывки. Легенда о святых зеркалах. Зеркалах пяти богов. Священные зеркала в пяти храмах известны как зеркала пяти богов. Легенда гласит, что пятеро богов, прежде чем покинуть эту землю, создали зеркала, чтобы защитить этот поселок. В других легендах говорится об иных зеркалах. Все пятеро зеркал использовались вместе в ритуале для предотвращения беды. Была ли это катастрофа или что-то другое? Неизвестно, был ли упомянутый выше ритуал связан с тем, который выполнили Химура. Но связь с зеркалами, несомненно, существует. Но само существование легендарного зеркала, одного целого зеркала, неизвестно, и также неизвестно, на чем основывается легенда. Ну, то есть, вкратце, был ритуал, были зеркала. Вот эти вот зеркала помогают, типа, удержать то, что получилось после ритуала, я так понимаю.
большой лист. Опять записки. Девочку, которая... Ну, тут в целом вся история подается не с помощью катсцен в основном, а с помощью записочек. Девочку, которая была найдена спустя 3 дня после таинственного исчезновения, удочерили. Близкий друг Риоза Мунакаты, который тоже пропал. Хиносаки удочерит девочку. Родители девочки пропали после ее возвращения. Полиция ищет приют или приемную семью. Девочка ничего не помнит о своем исчезновении и трех других детей. 3 других ребенка. До сих пор не найдено. То есть 4 детей пропало, а 1 девка вернулась. Про 3 ничего не известно. И родители вот этой вернувшейся девки тоже, видимо, подохли. И менты ищут для нее прибежище, короче. Это дверь? Чего? Тут есть небольшая дверь, но я не могу ее открыть. По-моему, это срезка, я так по нему полагаю. Вот там вот, где я стоял в комнате сохранения, там была маленькая дверца. Вот, по-моему, это она. Но это не точно. Пока, значит, все, игра ведет прямо вот за той бабой в красном. Все остальное потом. Забываю про сохранение. Сейчас мы будем, по-моему, драться или головоломку решать. Что-то булькает. Вода. Что, кого? Это кровь? Блестяшка. Стой. Кто-то же был там. У меня камера развернула и вообще к двери. Лежит у моих ног. Пилюли из трав. Хорошо. Дальше пошли. Я здесь неоднократно буду прилетел. О. Зауронил. Блин, я теперь не успел, она слишком быстро ко мне ломанулась. Добрый, ну там какие-то секунды вообще. Да твою мать. О. Пойдет. По-моему, ну, 1 лишний снимок сделал, но ничего страшного. Если что, есть зеленая пленка. На земле, где было привидение, что-то есть. Красная пленка. А где было привидение, чтоб что-то есть? Я ее не там мочил, кстати сказать. Записочки. Маленькая девочка в белом кимоно зовет меня. Я не могу сосредоточиться. Ее голос звенит у меня в ушах. Что она от меня хочет? Я даже не могу выйти из этого особняка. Разбит. 5 осколков. Зеркало.
Скажи так о мне. Снять проклятие. Хорошо. Вот опять. С циферблатами. Кнопки с символами. Устройство должно открывать дверь. Избранный дева очищает из слов. Ну, короче говоря. То есть каждая дверь должна относиться к какой-то истории. То есть вот тут избранный дева очищает, там было удушение, что-то бла-бла-бла. То есть мне нужно найти какую-то записку, в которой будут эти как цифры и слова. Избранный дева очищает. Но. Так, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Вам 6, 7, 8, 9. 36, 69. Это второе число, которое я записывал. Какой-то еще один внутренний двор. Листочки падают, я смотрю. Осень, ебать его в рот. Все блестит. Сохраненка. Камень дух. А что там по деньгам, кстати? 9900 все. Не густо. Камера. Записать. Я так понимаю, файлов под слот. 2 штуки всего. Так, 3. 3 файла. Надо же, я успел. То есть бабу в красном, походу, мы типа заловили, а сейчас мы будем охотиться за мужиком, который в зеркало смотрел. Похоже на старый колодец, на нем крышка, я не могу заглянуть внутрь. Кто-то на помощь просит, зовет. Подожди, ну блестит же что-то. Чего не берет? Пошла ты в жопу со своей крышкой, ты вот эту штуку, вот. Пленка голубая. Так, давай мы сначала на этот свет не пойдем. Так, так, так. Ага. А, ну тут тупик вообще. Понятно. Надо спешить. Начинаю показывать маску веревок. Надо спешить, начинаю показывать маску веревок. Что это такое вообще? Хер его знает, маска веревок. Предмет. Дева поворот. Видимо, дева, которая поворачивается, а не поворот. Ну, то есть оборачивается, видимо. Башкой крутит, короче говоря. С утопленницей будем биться, что ли? Из колодца? Вот так чуть-чуть. Напинать его. Тихо-тихо. Камера болтает в разные стороны. На меня чувак этот баха накладывает. Вот он.
Все плывет. Тихаем. Ну. Ладно, и так сойдет. Бля, я опять поплыл. Случай потрох, как колбасит. Успел? Нет, не успел. Ну-ну-ну-ну. Блять, как мотает. Сука. Оп. Сразу же урончика ему. Опа. Давай. Ну, тоже неплохо. Пойдет. Не все, что потом проиметь. Все, подох. 33 пленки осталось. Что-то про зеркало болтает. Из него выпало что-нибудь? Нихрена. Ну ладно. Привет, замечательным ракурсом. Что это блестит вот на полу там? А почему я не могу это поднять? Вот зеркало. А я больше таскать таких не могу. То есть, короче, зеркало у нас лежит там на причале, короче, и вот тут зеркало. Зафиксирую. Все. Ну, бери. Эй. Жопошница. Ну, возьми ты эту хрень. Так, тянка. Задолбал. Что не берет? О, наконец-то, с 50-й попытки, наверное. 14 сентября, то есть спустя 2 дня, 8 часов вечера, в материалах, которые собрала для меня Тома, есть параграф о 5 осколках зеркала, которые передавались в семье Химуро из поколения в поколение. Поговаривали, что эти осколки закрывали врата ада и оберегали от бедствия. Они, наверное, как-то связаны с этой ситуацией. Ну, то есть, о чем я и говорил, то, что вот эти зеркала, они как-то сдерживали вот эти вот потусторонние злые силы, чтобы они не вырывались. Как-то что-то в этом роде. 5 зеркал в храме, и все они разбиты после землетрясения, которое было недавно. Когда я об этом узнал, ко мне в голову пришла одна идея. Кажется, у меня с собой была статья об этом, когда я пришла сюда. Здесь сказано, что зеркал всего 5 в природе. Согласно некоторым легендам, есть еще одно священное зеркало. Фольклорист упоминает о нем в своих исследованиях, которые я нашла здесь в особняке. Кажется, я оставила их где-то там, когда пыталась удрать от этой проклятой девы. Вот моя теория. Думаю, эти 5 зеркал, которые разбились при землетрясении, недавно выполняли функции наблюдателей. Не думаю, что именно землетрясение разбило 5 священных зеркал в храме. Думаю, это был сигнал о том, что печать на воротах и священные зеркала Химура были разбиты по иной причине. 5 зеркал хотели предупредить нас. Может быть. Мы сейчас топим, по-моему, к храму с зеркалами. Это как катсцены прям одна за другой идут. Прям четенько показали, куда мне переть. Чё?
Какая-то мега макака на меня напала. Тихо, стоящий. Запечатлели деда. Он там что-то про проклятие говорил. Что по деньгам, кстати? 5200. По-моему, мне на что не хватает. У него что-то осталось. Ну, еще одна. Только еще одна статуя Будды и святое зеркало. Святое зеркало будет. Понятия не имею, что он имел в виду. Так. О, надо туда. На фото изображено другое место. Надо идти по ходу причал фоткать. Я вставил в альбом. То есть идем во внутренний двор. Ага, максимально. Зеркало. Тут еще что-то валяется. О, пленка. 37. Что-то обычное не дает. Все это невидимая стена. И бистро. Обычные пленки не дают. Она типа самая расходуемая. Где ее должны были чаще давать. Придется потом зеленый пользоваться. То есть синюю вообще желательно, по идее, приберечь на фотографирование всяких вот печатей там и так далее. А зеленые чисто биться с призраками. Иди так. Кстати, бежать, по-моему, не очень далеко. Бля, я что-то путаю. Хреново, что срезок никаких нету. Типа коротких путей. Но мы здесь тоже неоднократно будем биться с призраками. Они тут будут частенько вылезать. Именно вот на этом участке. Тут неудобно то, что зигзагообразная эта хрень. Так. У подножья лестницы пол провалился. Интересное наблюдение. Вот, блин, дай бог памяти, но кто-то вот из ступенек, помню, вылезал. Может быть, не с этих, может быть, просто позже. Ну, по идее, вот тут вот надо найти правильный ракурс. На причал. О. Только подальше, наверное, да? Где-то так.
А почему не работает? Ну это единственное место, куда можно пройти. Больше таких фонариков-то я нигде и не видел. Че не работает? Колесо воду черпает. Может, с другой стороны надо сфоткать? Типа угол неправильный. Нет. Фонарик в саду зажжены. Стой! Я помню, что я нашел зажигалку. И нужно, чтобы на фотографии горели все фонари. А тут один не работает. Вот, это единственный незажженный садовый фонарь. Использовать зажигалку. Все. Загадка решена. В верхней части садового фонаря что-то есть. Черная резьба, камень. На нем странный символ, на обратной стороне неровность. Она взяла этот камень? Хорошо. То есть, короче, вот там вот, где символы. Там как раз один символ этот не хватает. То есть, мне сейчас нужно обратно идти к тому храму на длинной лестнице, где мышь летучая на меня нападала. Ставить вот этот вот камушек и начать крутить вот эту пентаграмму, короче. Как-то так. Опа. Баба висит. Да, это призрак, кстати сказать. На меня сейчас типа нападать был. Где она? Вон она. Опа, получила по своей призрачной жопе. Ну, вот так вот тоже. Опа. Два хороших было кадра. Дзинки, что-то после нее осталось. Дети. Куда исчезли дети? То есть у нее типа дети исчезли, и она потом повесилась на этом дереве, что ли? А, ну вот точно, там же про девчонок-то говорили. Типа четверо детей исчезли, одна вернулась, и потом родители эти, ну, тоже исчезли. Я так понимаю, что они вот в этом приперлись в этот особняк, ну вот сюда, прям конкретно вот в этот двор, и мамаша сдернулась на дереве. А батя это тот, кто, видимо, мужик, который смотрит в зеркало постоянно, седой такой. Ну так. Наверх. Ирил Гаоси, Алексус, привет. Супер стрима тебе. Здорово, Серега. Спасибо. Че там, как работа? Ирил Гаоси, отличная игруха. Согласен.
Вообще, в целом, мне вот эта вот вся серия любимая, ну, франшиза, она мне очень зашла. Трилогию прям на этот, на ура прошел. Ну вот, я не так давно настроил четвертую часть на Nintendo Wii и пятую. С русиком, короче, скачал, так что все будем проходить. Сначала надо трилогию хлопнуть на второй плойке, а потом будем четвертую и пятую часть платить. Так что. Прикольная, прикольная в целом франшиза. Местами даже страшно. Ну, по крайней мере, для меня. Кому-то это может вообще ничего не страшно. Всех же порог страха, скажем так, разный. Эвил Гаоси. Премии всем выписали годовые. С Центральным банком и в стек решаем, как заменить весь софт и железо на русское. Железо на русское? А у нас есть, типа, русское железо какое-то? Разве оно существует? Вот так вот даже вопрос. Сейчас мы будем с боссом биться первым. То, что до этого призраки были, это, ну, это так. Стой. Где-то тут что-то мигнуло. Во-во-во. Кто-то где-то. Где-то тут. Скорее всего, между деревьями. Стой, нет. Где? Я его просрал, да? Он, видимо, появился. Ой, стой. А что, где? Во. Нашлось. Чуть-чуть выше надо было, ну ладно. Искаженный. Это какой-то мужик лысый. Что по деньгам, кстати, я набрал 7000. Мало. Эвил Гаоси. Серверы и ПК заменяем на китайские, типа Huawei. Файролы на континент. Софт типа антивируса на Каспера и веб. Windows пока нечем заменить. Linux и только на серверах. Короче, много работы. Ну понятно, особенно с Windows. Так а что, если вместо винды тоже линуксы поставить? Кстати, а Ubuntu вот не пользуетесь такой штукой? Тоже же какой-то этот, как его? Типа винды, Windows заменитель. Я вот только три знаю, Windows, Linux и Ubuntu. Какой-то, по-моему, Ubuntu, по-моему, можно самому собирать, типа, ты себе программное обеспечение сам делаешь. Если я не ошибаюсь. А, он подействовал. Может, я совместил резьбу с символами. Ну, просто... Короче... перевод страдает, жопу самокат кирпич, короче. Она сказала то, что она камень ставила, вот и все. Что делать? И? Еще один типа ход могу сделать. Ничего не случилось, наверное, неверный порядок. А порядок-то чего? Их символов. Я наугад должен тыкать, это крутить. Допустим. Короче, мне надо за 4 хода определенную последовательность символов как-то накрутить. Я не знаю.
Допустим. И чё? Эвил Гаоси. Ubuntu это Linux. Другой софт не заточен под Linux. Много переработки. На Next-системы тоже проблематично перейти. В общем, жесть. А обязательно вообще надо с винды сваливать, да? То есть на винде не остаться. Надо типа обязательно Linux переделывать. Или как, или чего. Так. Две штучки можно двигать. И чё? Я просто логику не понимаю, чем я занимаюсь. Что-то не подсказывает никаких ничего. Делать ты чего? Какие? Ну, символы вот эти, и что? Чё мне это даст? Ну вот, допустим, сюда. Я принцип загадки не понимаю. Может, надо какой-то символ сделать из этого? Эвил Гаоси, на винде остаемся до предела, то есть ближайшие годы. Обновления уже не ставим, так как это не дружественные страны и могут быть закладки. Альтернативы пока нет, но есть закон на 25-й год для госвласти. Да глядишь, может, потом нормально все будет. Как раз на 25-й год. Не знаю. Дай бог, что. А разве у вас винда самостоятельно нет, а как вы? Не обновляется? Ну, типа вот. У меня винда, по-моему, своей жизнью живет. Она только, типа, предлагает мне сейчас перезагрузиться, либо попозже. Я, типа, всегда нажимаю сейчас. Чего ждать-то? И все, и она как бы самостоятельно там что-то мутит и все такое. Я могу двигать либо вот это, либо вот это. Теперь у меня три хода. Ну, в смысле, три камушка, которых я могу подвинуть. Вы знаете. Эвил Гаоси. Винда обновляется. Но кто теперь знает, что войдет в новый патч? Я запарился давать указания по закрытию уязвимостей. Ну, я не думаю, что они прям санкции запихнут в новый патч. Зачем? Ну, какой типа смысл об этом? Хуй знает, короче. Дай бог, чтобы все было ништяк. Не про... В интересное время живем. Вот я что могу сказать. Так. И опять две я могу двигать. И что? Чё крутить? Куда, блин? Какие? Вот как что? Я должен это угадывать просто. Если с циферблатами дверями была хоть какая-то подсказка и числа, то тут...
Я не знаю, а где можно посмотреть какие-то символы? Или что? Может быть, где-то будет фотография какая-нибудь. Подожди. Нет, нет, нет. Я, может, поторопился, и надо было на фонарике глянуть. Может быть, на фонариках какой-то. Какая-то последовательность, я не знаю. Я не понимаю, что от меня хотят. Ну, я понимаю, что нужно в какой-то последовательности накрутить вот эти вот символы. Но где их взять? Прям чтобы очевидно где-то что-то показывалось. По-моему, я такого не припомню. Может быть, трудности перевода, я типа того, то, что вот каждый символ должен обозначать какое-то слово. Это понятно, что он должен так обозначать. Не, Дина Крайзис я вообще, кстати, вообще не играл. Никогда. Я вообще Дина Крайзис не лобал. Никогда. Я слишком долго хожу, да? Я, наверное, слишком долго ковырялся с этой загадкой, и мне призраки начинают тут вылезать. Хуй знает. Кроме как пойти на фонарики посмотреть, у меня идей никаких. Эвил Гаус, я видел фонарь. Прикольно, а-ля Резика. Много фанатов у все же гримастер. Я бы посмотрел. Я знаю, что такое Дайна Крайзис, как бы там просто содрали, короче, с Резидента вообще все содрали, только единственное, что вместо зомби там динозавров стреляешь. Ну не знаю, по мне так зомби поприкольнее все-таки, чем динозавры. А так то же самое, по сути. Стой, ну-ка, вот тут вот у нас. Вот тут есть какие-то крутилки. И заблокировали. Таких у нас символов два. Хер знает, пойдем к фонарям. Может, на них что-то написано. Фонари в саду зажжены, ну и что? Зажжены. Что делать-то надо? Я
Я не знаю, либо рандомно просто крутить вот эти вот камушки, но, блядь, это прикинь, сколько комбинаций вообще тогда может быть. Сначала у тебя два камня, потом три ты можешь двигать, а потом еще два. Бля, хер его знает, что делать. Ни подсказки, ничего такого. Может, возле кукол какие-то символы есть? Либо я должен что-то по скрипту запустить. Либо действительно игра хочет, чтобы я рандомно крутил вот эти вот камушки. Ну это вообще тогда будет бред полнейший просто. Может, на стенках что-то где-то нарисовал. Бля, я слишком долго хожу. Меня начинают призраки атаковать. И я получаю урончик, бля. Я очень долго сохранялся. Давно. Подожди, может какая-то последовательность есть? И чё? Случайно получилось. Я просто смотрел, получается, на символы, которые противоположно светятся, если ты нажимаешь на какую-то из кнопочек. Хер его знает, но это сработало. Чё, кого? Кого-то... Кто-то арбуз разбил. Грязненько тут у вас. На разрушении есть аудиопленка. Ну, тут субтитров нету, так что печалька. Либо Happy English надо что владеть. Четыре статуи Будды стоят на пьедестале перед небольшим семейным алтарем. Чё, кого? Где? Он наверху, походу, да, где-то? Чё, кого мочить-то? Ну-ка, стой. Нет. Есть призрак, но он не нападает. Мне его увидеть надо, или... О, вот он.
деда пораспяли на потолке. Это босс будет. Я вспомнил. Ну, так сказать, босс первой ночи. Сейчас надо очень четко его фотографировать, а он довольно-таки быстрый. Желательно прям каждый снимок делать фотофреймом. Деда немножко это... задушить хотели. Деду нормассаж сделали. Деда распяли, как и всех остальных. Чё, где он? Вон он, сука, летает. Где? Деда, блядь, ты где? Нет, не он. Понятно. Он за мной прям. Ух, быстрый. Ну, чуть-чуть вообще ему прилетело. Как-то не очень. Подожди. Во. Деда, блядь. Долго с ним бороться будем. Ему 90 ущерба вообще как-то не особо задамажило его. То есть здоровье у него до хрена. Ну надо мощными ударами его мочить. Прям всегда его только на фотофрейм ловить. Где он? Черня. Короче, я на деда не смотрю, я смотрю на символы. А и заряд падает, но... Блять, мудло. Ну чё, где эта хуя куколка старая? Пиздюк, блядь. Ну, вот. Где-то... Ну, блядь, секунду не успел вообще. Какие-то секунды просто, я не знаю, он появляется.
ёбаный ты по башке. Может вообще типа отсюда выйти, удобнее будет с ним где-нибудь вот тут драться. Ну-ка, дед, иди ко мне. Что, так он меньше летает? А что за звук вообще? Вот, попал. Такой себе, кстати, фатал фрейм, ну ладно. 120 всего ему урона бахнуло. Блять, и он меня тоже ебанул. Где он? Бля, может за этой зеленой пленкой его задамажить? Стой, вот так. Карта. А где я могу? Вот, кассета 74. Давай-ка мы его вот этой вот пленочкой будем мудохать. Он поставил, хорошо. Да ёбаный ты урод. Сука, прям не поймать, а? Ну чё, где он? Чуть-чуть побольше. Где он теперь? Вон. Раза 4 ему бахнуть. Стой, не то. О, еще прилетела подачка. Че еще? Последний раз его надо щелкнуть. Короче, боссов только вот этой пленкой убивать. На фото изображены какие-то ворота Шинто. Ну да, это ворота при входе в храм. И что дальше? Что может быть на воротах Шинто? Дед может быть висящий на вороте Шинто. Что-то про Урунта Шинта он тоже подохнул, сказал. Всего 8 тысяч за него дали? Что-то дед какой-то пососный.
12, 12, 18, 16, 18, 12. Ну на что не хватает? Ну идите в очко. Кто кого? Кого фоткать? Вот. Чпок. Еще одна статуя Будды появилась, придут статуи Будды. И че? Хуй его знает. Надо подойти туда. Четыре статуи Будды стоят на квадратном пьедестале. А, ну это, видимо, показывает, что надо, типа, сюда еще одну статую поставить. Наверное, я не знаю. Что блестит? А? А где эта блестяшка-то? Не могу... А, вот. Блокнот на лестнице. Я собираюсь спуститься в гробницу особняка Хнемуро. Говорят, в этой гробнице хранится священное зеркало. Проклятие уже оставило свой знак на моих руках и ногах. Ничего нельзя сделать. Единственное, что осталось, попробовать закрыть врата ада. Больше надежды нет. Я уже нашла 4 статуи Будды, которые помогут сложить зеркало. Статуи помогут зеркало сложить? И я могла найти древний документ, в котором указано место 5-й статуи. Вот. Сейчас мы этот документ как прочитаем, как найдем статую, и туда ее поставим. Наблюдайте за Буддой. На подножье больших ворот, чтобы души жалких дев смогли достигнуть небес. Наблюдайте за Буддой у подножья больших ворот. Вот этих ворот? Вот, которые рядышком здесь находятся, чтобы души жалких дев смогли достигнуть небес. Души жалких дев-то пропавших девчонок, что ли? Если все пройдет хорошо, никто больше не прочитает этого, и я использую их в своей другой книге. Теперь я хочу поблагодарить моего помощника и напарника Томо Хиросака. Если бы не ее слова, я не смогла бы закончить свою последнюю работу, если я не вернусь похоронить ее достойно. Подпись Джанси Такамин, 15 сентября. Круто, чувак. Но это единственные ворота. Большие. Следите, говорит, за Буддой. Что-то типа должно произойти. Что-то вот у меня ступор, я не понимаю, что они хотят от меня. Статую надо найти, 5-ю поставить. Где эта статуя находится, я не знаю. Говорят, что-то про Будду и ворота. Ворота находятся только вот возле храма. И вот где баба с деревом была. Че, кого? О, как долго пердолить. Давно не сохранялся. Чего призрак напал? Он же там его не был никогда. Хотя либо два варианта, либо я долго просто хожу.
Либо он должен был напасть прям тут, как бы, по сюжету. Надо, получается, сюда зайти. И потом, отходя, начать его фотографировать. Хотя, возможно, если призраки нападают, может быть, верно идет. Верное направление. Давай, 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 давай. Ну, блядь. Чё? Если я просто пройду в дверь. Зашквар, наверное, да? Ну да, типа того. Надо подойти и бежать обратно. Что делать? Блять, один снимок лишний был. Два раза ей хоть как-то прилетело. Ай-яй-яй. Здоровья у этого призрака немного. Главное, блять, поймать его, ровно поставить камеру. То есть, нацелиться. Очень чётенько. Допустим. Не очень жирный призрак, но тем не менее проходу он не дает. Что-нибудь выпало с него? Не тайна. А, 9000. Видно, что не хватает все равно. Ладно, короче. Сейчас сохраняемся и... Хорош на сегодня. Потом будем статуи искать. Да, переписать. С менюхи там странно выходит. Долговато. Ладно, будем на этом, ребят, заканчивать. Всем спасибо за просмотр, за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь.